Всем здравствуйте. Меня зовут Оксана, тренер сети Goals Fitness. Занятие сейчас будет стретчинг, растяжка всего тела и миофасциальный релиз. Это сам массаж с помощью вот такого ролла. Вообще это грип называется. Валик можно. Можно бутылку с водой такую большую взять. И еще мячик. Можно взять игрушку у вашего домашнего питомца, собаки, допустим. Такие бывают. Но они мягкие, но все равно можно подойти. Начинаем с разминки. Встаем ноги, ширина плеч или чуть шире. Колени согните, живот подтяните, ягодицы напрягите. Глубокий вдох, выдох. Вдох, поднимайте руки. И выдох, опускайте руки. Вдох. И выдох. Вдох. Заключительный раз. Вращаем плечи. Сводим лопатки. Дышим. Четыре, три, два. Поворот головы в стороны. Плечи держат на месте. Еще четыре, три, два. Сгибание шеи, разгибание. Три, два повтора, сгибание в стороны, плечи держите в одной линии, неподвижно, добавьте руку, на голову опускаем и слегка задержим чуть дольше в правую сторону. Головой опускаемся вперед вниз. Поднимаемся назад вверх. Еще повторяем вперед вниз и назад. Другую сторону. Держим чуть дальше. Опускаем голову вперед вниз. Поднимаем голову чуть вверх-назад. Снова вперед вниз. И заключительный повтор назад. Вернемся голову. Сгибание по центру, полукруг от плеча к плечу по груди. Движение делайте спокойное, плавное. Дыхание. Остановитесь в центре и позвонок за позвонком вернитесь головой вертикально вверх. Поднимите руки перед собой, разведите в стороны. Вдох, соберите руки и скрутите спину, выдох. Вдох и выдох. Добавьте чуть темп. Только движение грудной отдел, шейный и руки разводим и собираем. Руки на бедра. Таз подали назад, спустились вниз. Скрутились, выпрямились. Здесь весь позвоночник скручиваем. Вдох. И выдох. Но более подвижен, все равно грудной отдел. Поясничный менее подвижен. Четыре. Три. Два. И полное скручивание вверх. Ноги ширина таза. Правую руку поднимаем вверх. И
Сгибали. Сгибание в сторону. Боковое вытяжение. Вдох. И добавляю шаг назад. Правой ногой оттянемся влево. Левой ногой назад оттянемся вправо. Внимание, правой ногой шаг назад. Правую руку вверх, влево. Четыре. Три. Надавите на локоть и опять же скрутитесь. Еще три, два, заключительный раз. Раскройте руки через стороны и шагните обратно под таз ногой. Шаг назад левой ногой, левую руку поднимаем, вправо наклон. Еще так три повтора. Еще два. Заключительно. Вертикальное положение корпуса над локтем. Выше. Добавляем опять же сгибание вправо и давим над локтем. Три. Еще два. Заключительный раз. И опустили руки через сторону вниз и шаг обратно сделали. Отводим таз назад, сгибаем корпус тазобедренного сустава. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Руки поставьте на тазобедренный сустав. Движение происходит, сгибание в тазобедренных суставах и разгибание в тазобедренных суставах. Остановились, напомню. Руки опустили и через скрученную спину вернулись. Отвели таз прямой спину наклон и через скрученную спину вернулись. Вдох, выдох. И еще четыре. Три повтора осталось. Таза движение назад, спина, спина, наклон через ролл вырос. Закончили. Оставьте ноги шире плеч. Выпады в стороны. Следите, чтобы стопа плотно была прижата к полу. Большой палец, пятка были прижаты к полу. Мизинец также прижат. Добавьте поворот корпуса в грудном отделе позвоночника. Следующий повтор, остановитесь, потянитесь к потолку, также в другую сторону, еще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, поворот в правую сторону и пружиним таз к полу. Держите прямую спину, живот подтянут. Разгибаем обе ноги в коленях. 8 раз. 7. 6. 5. Три, два.
сделайте шаг левой ногой, которая за спиной, ближе к тазу. Вертикально выросли вверх. И за тазом сгибаем корпус. В тазобедренных суставах разгибаем. Вдох, выдох. Поворот. Ноги шире плеч. Выпад на левую ногу. Поворот в левую сторону потолка. Опустили руку, повернулись влево. Таз в полу. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Разгибаем обе ноги до прямых. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ставим правую ногу ближе под таз. Таз отвели назад, привели обратно вперед. Движение от таза. 6, 5, 4, 3, 2. Поворот в мою сторону. Опустились вниз. И по одной ноге. Колени разгибаем, сгибаем. Колени согнули слегка, через ровно скрутились, выросли вверх, позвонок за позвонком. Возьмите мяч. Можно теннисный мяч, да, еще раз, можно мяч-игрушка для собак, можно специальный массажный мячик, в общем, какой есть. Начинаем с миофасциального релиза стопы. Миофасциальный релиз активирует, либо активирует, да, и также имеет и характер расслабления мышц и соединительной ткани в теле человека. Как раз соединительная ткань, да, это вот есть фасциальная ткань, фасция. И, значит, прокатываете мячом вдоль стопы, вдоль подошвенной фасции. Вдоль подошвенной. Также вот так вот перекатываете из стороны в сторону. Давите вот так стопой, чтобы чувствовалась, так сказать, некая боль. Но не слишком сильная. Если совсем нетерпимо больно, значит, так сильно не давите. Следующее движение круговое. Такое вот движение круговое. И еще также можно надавливать и держать, проникая чуть глубже в фасцию и в мышцы, более глубокий слой. Меняем стопу, также прокатываем вдоль стопы. Рекомендуется миофасциальный релиз выполнять каждый день. Вот, стоп так вообще по несколько раз. Стопы рекомендуется прокатывать. Значит, вдоль. Также поперек. Круговыми движениями.
пяточную кость тоже. Да, прям пяткой старайтесь. Давите и проворачивайте стопу, проникая чуть глубже. Наступить, задержать. Мяч пока в сторону отложите. Встаем на краю мата. Перед вами ковер, мат. Стопы, ширина таза. Носки, колени в одной проекции. Подтяните чуть живот. Вдох. Скручиваемся позвонок за позвонком, шейные позвонки, грудные, поясничные. Вдох, на выдох обратно поясничные, грудные, шейные. Сделайте подъем рук, вдох, через стороны выдох. Руки за спиной в замок кистевой. Поднимите руки от спины. Протолкните чуть грудь вперед, плечи потяните вниз, держите ребра закрыты. Опустите руки, разъедините. Снова подъем рук, вдох, скручивание, выдох, вдох. Позвонок за позвонком обратно, выдох, вдох, выдох. Раз. Скручивание, ролл-даун. Поставьте руки на пол, согните, если нужно, колени сильнее, чтобы запястья коснулись пола. Сделайте круг плечами, соберите лопатки, приподнимите голову. И пойдем вперед, шагаем руками вперед. 4, 3, 2, 1. Толкаемся руками. И выпрямляем грудной отдел позвоночника, приближая свой живот к бедрам, копчик, поясницу, выстраиваем прямую линию, так сказать, и в грудной шейном также в эту линию выстраиваем. Голова между ваших рук тянется полу макушкой. Взгляд на стопы, колени можно оставить чуть согнутыми, либо разогнуть и тянуть пятки к полу. Держим, дышим, сгибаем правую ногу в колени, левую. Еще так 8 раз. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2 пятки к полу потянули. Опустите колени на пол, сядьте к пяткам. Лоб опустите к полу, расслабиться 10 секунд. Поднимите голову. Правой ногой делаем шаг вперед. Поднимаем колено левое с пола. Держим так 15 секунд. Дышим. Еще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Разгибаем обе ноги в колени. Задерживаем. Если так совсем не получается, тяжело вам, вы можете сделать стоя на колени, только одну ногу разогнуть впереди стоящую. Еще 10 секунд. Спина прямая в наклоне. Колено подтягиваете, чуть напрягаете мышцу бедра, переднюю поверхность. Сгибаем ноги. Выпрямляемся и
подтягиваемся вверх вертикально. Руки за спиной в кистевой замок. Соберите этот замок кистевой. Выпрямляем в локтях и поднимаем от спины. Грудь толкаем вперед. Держите ребра закрытыми. 5 секунд еще. За макушкой тянитесь вверх. Таз толкаете в пол. Опустите руки. Вдох. На выдох. Наклон. И за правой рукой потолку взглядом провожаем руку. Также за ней повернитесь назад. Отведите ногу правую от себя в сторону. И повернитесь, поднимая колено от пола снизу. И потяните бедро к полу. Вернулись, опустили колено к полу, спускаемся на ягодицу, поворот к стопе, наклон, задержитесь 10 секунд, подъем, также повернитесь в сторону согнутого правого колена, наклонитесь. Здесь тоже задержитесь 10 секунд. Подъем. Приподнимаемся с ягодицы. Возьмите левой рукой левую стопу. Потяните пятку к ягодице. Старайтесь сохранить прямую спину. Дышите. 5 секунд. Отпускаем стопу. Собираем колени. Руки ставим под плечи. Садимся к пяткам. Скрутились. Выпрямились. Садимся к пяткам. Скрутились. Подъем. Выпрямились. Садимся к пяткам. Еще два раза. Заключительный раз. Правой рукой я поднимаюсь к потолку, опускаю к полу и тянусь плечом. Меняю сторону левую. Также правый. Левый. Мы разгибаем левую ногу, поднимаем правую руку, задерживаем. Делаем наклон. Плечо потянули с головы к полу, задержали. Поменяли сторону, разогнули правую ногу, подняли левую руку, поворот к потолку задержали. Взгляд направляем вверх. Скрутиться наклоном, опустили плечо и голову к полу, задержали. Подъем. Повторить скручивание сагитальной плоскости. Сгибаем, разгибаем позвоночник. Вдох, выдох. Левой ногой шаг вперед. Поднимите правое колено от пола, задержите. Дышим. Держим так. Еще 10. Колено подтягивайте, бедро напрягайте. Грудь толкайте вперед, живот подтянут. Опускаем, точнее, либо опускаем колено, либо обе выпрямляем ноги. Если так сложно, то можно с колена только одну прямую ногу
задержать. Держим еще так. 10. И главное дышать. Сгибаем обе ноги, опускаем колено к полу. Подъем корпуса. Живот подтянут. Таз толкаем вперед. Дышим. Руки за спиной в замок. Локти разогнуть. И поднимите руки от спины. Плечи назад специально тянем. Опустите руки к ягодицам. Разъедините. Вдох. Наклон. Выдох. Поворот. За левой рукой к потолку. Отводим ногу в сторону левую от себя. И поворот назад. Ногу с пола поднимаем колено, поворачиваем боком и тянем бедро к полу. Вернуться. Опускаемся на ягодицу. Поворачиваемся к стопе. Делаем наклон. Задержитесь 10 секунд. Поднимитесь. Повернитесь в сторону колена. Также задержите. Выравниваемся по центру, приподнимаем ягодицу, берем правую руку, правую стопу, спину выровнять, плечи тянем вниз, давим на стопу, пятку тянем к ягодице. Если очень больно, конечно, так сказать, сильно не давить. Если не чувствуется, наоборот, посильнее надавить на стопу. Держите еще 10. 8, 6, 4. Отпустите стопу. Собираем колени. Поворачиваемся в мою сторону. Разведите колени в сторону. Поставьте руки перед собой на ширине плеч. Двигаемся с пяток вперед тазом. Также к пяткам назад. Стопы в одну линию с коленом разведите, спуститесь на предплечье, еще подвигайтесь вперед тазом, назад. Упражнение увеличивает подвижность тазобедренных суставов, растягивает мышцы приводящих бедра. И там, где сильнее всего тянется, задержитесь. Не должно быть сильно больно. Если сильно больно, значит нужно сделать полегче вариант. Допустим, подняться на руки, да, на прямые. Ну или чуть отвести таз назад. Если есть возможность, можно вообще лечь на живот и грудь. Поставьте кисти под плечи, если вы ложились полностью. Сначала отожмитесь вверх, подойдите руками ближе, соберите стопы и соберите по одной ноге. Берем ролл, начинаем миофасциальный, значит, релиз. Кладем правую ногу икроножной мышцей на ролл, или опять же можно бутылку с водой взять, только желательно покрупнее бутылку,
И начинаем движение вдоль мышечного волокна. Вдоль мышечного волокна. Если ничего не чувствуется, то можно надавить ногой левой сверху. Да? Если чувствуется, то оставьте так. Также можно поворачивать ногу. Триггерные точки – это вот как раз область, где все больше чувствуется болевое ощущение. Здесь попрошу вас задержаться, да, надавить. Может быть, если нужно, еще сильнее подержать пару секунд. Продвинуться в другую триггерную точку. И так вот задерживаете. Задерживать можно и дольше, 30 секунд, до минуты можно, в принципе. Так мы расслабляем эту триггерную точку. Триггерная точка – это узел в мышечном волокне, который вызывает боль. Да, то есть мышца спазмированная, так сказать. Меняем ногу, прокатываем вдоль. Также спазмированные мышцы и фасции влияют на способность и свойства мобильности в ваших суставах, да, поэтому нужно обязательно расслаблять мышцы, чтобы они восстанавливались и тем самым не ограничивали движение в суставах. Вот. В частности, вот как раз икроножные мышцы, они ограничивают подвижность голеностопа, что очень плохо. Также задерживаем там, где всех больнее чувствуется спазм. Дальше забыла. По сухожилиям, вот пяточная, да, ахилл, мы не катаем. Не рекомендуется этого делать. Переходим выше, задняя поверхность бедер. Связки под коленями мы не трогаем, значит, мышцы крупные. Кладем так вот ногу, другая у вас согнута нога. Держимся руками, приподнимаем таз от пола, ягодицы. Отрываем от пола и прокатываем вдоль также мышечного волокна. Ногу слегка тоже поворачиваем внутренней стороной, наружной. По центру. Перекатываем. Если не чувствуется, опять же, воздействие, тогда можно положить, опять же, ногу друг на друга и вот так вот прокатывать. Так уже точно будете чувствовать. Внутреннюю сторону поворачиваем. Внешней. Thank you.
Переходим выше, поднимаемся выше. Ягодичная мышца, большая ягодичная. Здесь же и средняя, и малая ягодичная будет. И напрягатель широкой фасции бедра. Сначала большая ягодичная, садимся. Ногу выпрямляем, да, на той, что вы сидите. И другая согнута, придерживайтесь рукой. То есть вы находитесь на одной ягодице сейчас. Да, и по ней прокатываетесь. Также перекатываетесь. Еще можно согнуть ногу, на которой мы сидим, стопу поднять на согнутую ногу, на бедро. Также прокатить. Еще сильнее можно воздействовать на более глубокий слой мячиком. Вы садитесь и задерживаетесь на той болевой точке. Стараемся расслабить. Вот, например, спазм крушевидной мышцы, да, которая находится у нас ягодицы, влияет, вызывает болевые ощущения в пояснице, а также спазмируется седалищный нерв, точнее мышца давит на седалищный нерв и отдает в ногу. Вот. Ну так, в общем, мы прокатили ягодицу, меняем сторону. С другой стороны садимся. Нога расслаблена сначала. Прямая, да? Сгибаем ногу. Берем мячик, садимся и задерживаете. Здесь уже более локально нужно воздействовать на мышцы и фасции. Также возьмите опять же валик, лягте так боком и перекатывайтесь по малой, средней ягодичной. И напрягателю широкой фасции бедра. Следующее положение тела, чтобы прокатать внутреннюю поверхность бедра, поворачиваетесь к полу, ролл подкладываете под бедро, нога согнута, и вот так весом тела давите и прокатываете вдоль бедра. Голень поднимаете вверх стопой, опускаете.
Также здесь движение есть вот такое, как будто трете по терке. При этом надавливая весом тела бедром на ролл. Меняем сторону. Контролируйте поясницу, чтобы она сильно у вас не прогибалась. Живот подтяните. Не напрягайте, а просто подтяните. Меняем положение. Переходим на переднюю поверхность. Сначала большеберцовая, малоберцовая мышца, передняя поверхность голени. Заходим на ролл. Можно вообще одной ногой. То есть это будет вот так. Вы стоите на левой, правую, допустим, кладете, держитесь рукой. Поворачивая внутрь, наружу, голень, таким образом прокатываем. Тоже мышцы, влияющие на подвижность, мобильность голеностопа. Обязательно расслаблять нужно, делать мышечный релиз этой области. Здесь, кстати, часто срастание происходит связок с фасцией. Вот здесь. Поэтому становятся связки мышцы, фасция тугой и малоподвижной. Да? Вообще фасции должны двигаться свободно в теле человека. Но с возрастом или с малоподвижным образом жизни, со стрессом, травмами и так далее, происходят вот такие изменения, что фасция становится тугой, малоподвижной. И мышца тоже, да, становится тугой, малоподвижной. Есть вариант двумя ногами. Такой вот. Ну, здесь, конечно, еще нужно поворачивать вот так. Переходим к передней поверхности бедер. Колени пропускаем. Ложимся. Спускаемся на предплечье. И прокатываемся вдоль, опять же, мышечного волокна. Вперед, назад. Можно добавить движение, называется плавание. Сгибать, разгибать ноги в коленях. И с стороны в сторону поворачиваться. Спускаемся. Широчайшие мышцы спины, ложимся так вот боком, придерживаете, значит, ролл, валик, рукой так помогаете и двигаетесь, сгибая корпус в грудных позвонках.
перекатывайтесь, руки за голову, вот так вот вперед, поворот назад, вверх, вниз, вперед, еще два раза, еще один, задержитесь, дышим, поворот в грудных позвонках. Повернулись другим боком. Ложимся. Ноги согнуты. Руку выпрямить и расслабить. Другой рукой придерживаем валик. Помогаем. Его так переворачиваем. И сами сгибаем корпус. Разгибаем, сгибаем. Следующее движение. Пальцы рук за головой. Вниз наклон. Вверх. Подъем, поворот. Вдох. И выдох. Спазм широчайшей мышцы спины влияет на подвижность в плече. То есть это вот как раз подъем рук, да, ограничивает это движение. Вот поэтому массаж и расслабление широчайшей тоже очень важен. Также и в мобильности грудного отдела тоже это влияет. Следующее, мы ложимся животом на пол, подкладываем рук под грудь. Женщины, значит, над молочной железой, мужчины могут класть и ниже, потому что здесь нет молочной железы. То есть нам нужна мышца. Руку вытягиваем. И вот так над полом, такое движение над полом, медленно весом надавить тело на ролл. Также можно перекатывать плечо вниз, поменяется сторону. По-разному пробуйте поворачивать ролл. Также мышцы груди влияет на подвижность плечевых суставов и осанку, да? Потому что спазмируемые мышцы груди создают вот такое положение в плечах, и тем самым человек сутулится. Спина, поворачиваемся, подкладываем ролл и ложимся грудным отделом, то есть поясницу мы пропускаем. Поддерживаем голову руками, локти раскрыты в сторону, головой чуть давим на руки, руками чуть поддерживаем голову. Поднимите таз и спокойным, медленным темпом двигаемся назад, вверх, вперед, вниз, вверх и вниз. Добавьте скручивание, вдох и выдох, вдох и выдох. Опустите таз. Ролл у нас по центру спины. И вниз ложимся, разгибая позвоночник, скручиваемся, вдох и выдох.
смещаться можно чуть вверх рулом, ближе по центру лопаток, под лопатки рулом. Опять же, разогнули позвоночник. Попробуйте выпрямить руки. Дышите, дышите. Руками в стороны. Руки под голову. Пальцы рук. Поднимите голову. Скрутились. Подняли таз. Опять же, движение по центру вверх и вниз. Пустили. Возьмите мячик. Подкладываю мяч вот сюда, под верхнюю часть трапециевидной мышцы. Ложимся. Рукой делаем движение вверх. Через сторону пальцами по полу, корпусу, потолку. Так, 4 раза сделать нужно. Еще 2 осталось. Еще 1. Через сторону. 4. 3. 2. Поменяйте сторону. Значит, под верхнюю часть трапеции видной мышцы. Поднимаем руку к потолку. Вдоль головы к полу пальцами достать. По полу пальцами скользим к корпусу рукой. Вверх. Еще 2 раза. Еще 1. И в другую сторону. 4. 3. 2. Еще 1. Возьмите снова ролл. Также можно это сделать еще, если у вас не такой жесткий и пупырчатый мяч, то можно его еще ниже подложить. То есть между лопаткой и позвоночником то же самое сделаем. Ролл берем, подкладываем под шею. И поворачиваем голову из стороны в сторону. Медленно, спокойно, надавливая с той силой, с которой вам комфортно. Можно повернуть и держать. Так. Можно и поднимать подбородок выше, по затылку тоже. Убрали ролл, подтянулись в одну линию, взяли правое колено, взяли левое, скрутились, садимся, повернулись в мою сторону, вдох, выдох, еще так же. Спасибо. Будьте здоровы.